терморегулятор, термостат электронный, климат 12В. Содержит в своем комплекте инструкцию с краткими характеристиками и описанием настройки самого прибора. Сам термостат со съемным индикатором, стоечки 3 штуки для крепления под панель и датчик 18B20. Включаем термостат, подаем на него напряжение около 12 вольт. Если включить термостат без датчика, с отключенным датчиком, то он опрашивает датчик и выдает ошибку о том, что датчик отсутствует или оборван. Подсоединяем датчик к термостату. Для этого на задней панели существует специальный разъем трехконтактный. Подаем питание на термостат. В обычном режиме по умолчанию термостат отображает текущую температуру. Нажимаем и долго держим правую кнопку. Переходим в режим установки включения реле. Если нажать и долго подержать кнопку, мы можем изменять температуру с шагом 1 градус. Если кратковременно нажать кнопку, мы можем изменять температуру с шагом 0,1 градус. Выставляем температуру включения реле и отпускаем кнопку. После некоторого времени термостат сохраняет настройку и переходит опять в режим отображения температуры, режим по умолчанию. Нажимаем и долго держим левую кнопку термостата, переходим в режим отключения реле. Выставляем температуру отключения реле, отпускаем кнопку. Термостат сохраняет свои настройки и переходит в режим по умолчанию отображения текущей температуры. После этого начинается автоматическое поддержание температуры. Попробуем нагреть датчик. Видно, что температура изменяется, датчик нагревается и температура текущая отображается на дисплее. Если датчик отсоединить, термостат опрашивает несколько раз датчик и выдает ошибку о том, что датчик оборван либо отсутствует, переводя реле в состояние контактов по умолчанию в безопасный режим. Если мы подключаем датчик, термостат восстанавливает свою прежнюю работу.